Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастик Kids. И мы с вами играем нашей кошечкой Анжелой. Смотрите, какая она маленькая. Давайте-ка мы ее покормим. Ребята, смотрите, она у нас в памперсе. Давайте мы накормим ее печеньками. А после еды, ребята, надо почистить нашей кошечке зубы. Соберем остатки пищи. Зубки надо чистить хорошо, ребята. А теперь почистим их щеточкой. Смотрите, какие белые зубки стали у нашей Анжелы. Ура! Теперь мы искупаем нашу крошечку Анжелу, ребята. Скорей в ванну, Анжела. Давайте помылим ее. Вот так. Ой, как много пены. Анжела, ты где? Ку-ку. Анжела. Давайте-ка мы смоем пену. Смотрите, как ей нравится. Наша кошечка захотела спать. А теперь выключим свет, и она спит. А давайте назовем нашу кошечку, конечно же, Анжела. Ура, ребята, мы перешли с вами на второй уровень. И нам дали с вами 5 наклеечек. А давайте-ка мы их откроем. Мы будем собирать наклеечки и клеить в их альбом. Давайте откроем. Ребята, если вам нравится кошечка Анжела, ставьте ваши лайки, пальчик вверх под этим видео. Ой, смотрите, какая у нас Анжела с гребешком. А тут... О, какая-то темненькая Анжела. Редкая нам попалась под 17 номером наклеечка. Еще одна редкая. И кошечка Анжела под номером 18. Ну что, давайте-ка мы наклеим. Номер 17, ребята. 18 и 19. Мы разблокировали с вами серую шубку. А давайте-ка посмотрим. Наша Анжела стала серенькой. Смотрите, ребята, здесь мы можем переодевать нашу Анжелочку. Можем изменить ей прическу. Смотрите, сколько разных причесок у наших кошечки может быть. Длинный волос вам нравится, ребята? Или с цветочком? Смотрите, как ей идет, называется весенняя прическа. Даже сережки можно одеть ей. Можно шляпку, 2 хвостика, шапочка. Смотрите, какая классная шапка. Такая стильная наша Анжела. Так, дальше все закрыто. Есть еще очки, ребята. Очень прикольные очки. А это костюмы, новогодний костюмчик, ребята. Пижама Боди, какая классная. Даже балерины костюмчик есть. Школьная форма. Ниндзя. Анжела ниндзя, пижама зайка. Какая миленькая пижамка с ушками. Клеопатра, королева. И даже невеста. Так, а что у нас тут из платьев? Такие классные платьица тут у нее есть, смотрите. Ой, костюмчик такой, шорты и футболочка. Спортивный костюм, ленивые выходные. Стиль хип-хоп. Платье в горошек. Китайское платье. Даже бизнес-леди, индийская сари, ничего себе. Вечернее платье, мини-платье с розами. А что у нас здесь? Куча всяких шубок, ребята. Есть даже беленькая, розовенькая шубка.
черно-белая. Глазки мы тут можем менять нашей кошечке. А здесь мы можем ее накрасить. Подрумяним ей щечки. Вот так. А вы красите вашу Анжелу? Если да, ставьте лайк и пальчик вверх, ребята. А что у нас тут? Тени для глаз. А мы пока не можем их открыть, ребята. Нам нужно собрать наклеечки. Пока мы только смогли подрумянить щечки нашей Анжели. Ну, давайте мы ей что-нибудь купим. А пока мы можем купить с вами клубничное платье для нее. Ой. Нет, нам, пожалуйста, наше клубничное платье. Мы нарядили нашу Анжелочку. А давайте-ка мы, ребят, ее еще покормим. Дадим ей молочка. Ты любишь молочко, Анжела? Ребята, а ваши кошечки любят молочко? Наша Анжела просто обожает. Давай-ка печеньице, еще печенье и молоко. Все, ты наелась? Наша кошечка наелась. Самое время почистить зубки после еды. Вот так мы все уберем. И почистим зубки. Нашей Анжеле, ребята, зубки надо чистить каждый раз после еды. Ну что, блестят? Сейчас все как следует почистим. Блестят. Красота. А? Не откуси мне пальчик. Смотрите, как она щелкает зубами. Прикольная такая. Ой, кажется, наша Анжела подросла. Мы на третьем уровне. Нам открылись косички. Но пока мы, ребята, их не купим. А что у нас там? Ну-ка, в игровой комнате еще наклеечки. Давайте-ка скорее открывать. Вот у нас 24-я наклеечка. И откроем еще один пакетик. 21-я. Ой, какое платье красивое. Еще одна редкая с тушью мы открыли. Дубликат нам попался. И еще косметика. Ну что, наклеим. 4-я. О, ребята, у нас открылась тушь. Но мы попозже посмотрим ее. Сейчас мы все доклеим. Так, ребята, нам нужно проходить дальше, чтобы получать новые наклеечки. А что из игр есть у нашей Анжелы? Ой, смотрите, тут у нее какие игры прикольные. А давайте поиграем-ка в лопай шарики. Смотрите, как классно. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал Ушастик Кидс, чтобы не пропустить новые серии с кошечкой Анжелы. А мы всегда рады новым друзьям. Ой, мы нажали на водяную бомбу. Прикольная игра, ребята. Ну что, ребята, мы поиграли с нашей Анжелой. А на этом мы с вами прощаемся. До встречи в новой серии. Всем пока-пока. Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастик Кидс. И смотрите, с кем мы будем играть. С нашим клевым котиком Томом. Смотрите, какой он маленький. Ему сегодня еще даже нет одного дня. Ребята, вы любите игру «Говорящий котик Том»? Если да, ставьте ваши лайки, пальчик вверх под этим видео. Ура! Мы покушали, и у нас второй день. И у нас открылись новые предметы, ребята. Так, Том, ну что? Что мы с тобой еще покушаем? Давай еще немножко картошечки. Смотрите, как он любит картошку фри. Уплетает за обе щеки ее.
Кушай еще и клубничку. Ты наелся? Ты наелся. А давайте мы ему что-нибудь купим. А что мы ему можем купить? Ага, смотрите, ребята, можно блинчики. Вы любите блинчики? Смотрите, блинчики с шоколадом, овсянка, круассанчик, какой-то бутерброд с малиновым вареньем, наверное, ребята. Сосисочки, еще кашка, яишенка и йогурт. А все остальное пока закрыто, ребята. Ну ничего, наш котик маленький, а когда он подрастет, откроется еще куча всего. А давайте-ка мы купим что-нибудь Тому из одежды. Что тут у нас есть? Гавайский костюм, футбольная форма, костюм художника, ослепительный наряд, кимоно. Смотрите, сколько всего есть прикольного для котика Тома. Ребята, напишите, какой костюм любимый у вашего котика. Смотрите, пижама для вечеринок. Какая классная! Я хочу эту пижамку для нашего Тома. Но для нее придется немножко поиграть. О, костюм для романтического свидания, гавайский костюм. А давайте откроем ему. А давайте-ка ему купим вот эту пижамку. Он у нас маленький. Пускай пока походит в ней. Ой, глазки можно поменять. Давайте купим ему голубые глазки. Ой, смотрите, какой он миленький, классный котик Том. Ну что, Том? Покажи нам свой домик. О, у нас третий уровень, ребята. На третьем уровне нам за это дали 55 монеток. И мы открыли с вами еще кучу одежды. Смотрите, ребята, это у нас значит здесь Том кушает. Здесь у нас кухня. Держи скорее круассанчик, лапочка. Как вкусно, да? Здесь у нас кухня. Здесь у нас с вами ванна. Здесь мы купаем нашего котика. У нас такая мочалочка есть. Вот так мы его моем. И польем водичкой, он смеется. Ему нравится купаться. А ваши котики любят купаться, ребята? Если да, ставьте лайки, пальчик вверх. Так, а покажи нам свою спальню. А здесь, ребята, наш котик Том отдыхает. Смотрите, какая у него кроватка, светильничек. Есть куча книжечек, ребята, которые читает наш Том. Так, а давайте-ка, Том, спать еще рано. Я понимаю, что мы тебе надели пижамку, но давай мы немножко с ребятами поиграем. Так, пойдем-ка, вот, кстати, у нас с вами, ребята, и зал, где наш котик Том играет. У нас тут есть телевизор, кресло такое прикольное. А давайте мы немножко поиграем с нашим котиком. А во что бы нам поиграть, ребята? Давайте поиграем в желейки. Я знаю, что Том обожает, просто обожает эту игру. Ребята, а вы не забывайте подписываться на канал Ушасти Kids, чтобы не пропустить новые серии с котиком Томом. А мы с Томом всегда рады новым друзьям, ребята. Так, что у нас тут? Зелененький с вами удалим. Ага, нам нужно соединять желейки рядом с монстрами, чтобы они исчезали. Вот так, смотрите. Голубые, вот удалим сейчас зелененькие. Вот так. Нам нужно удалить всех монстров. Для этого мы с вами будем лопать желейки. Сейчас уберем голубые. Оранжевые. Так, вот здесь еще можно голубые немножко убрать. Желтенькие, теперь сиреневые. Ребята, у нас, по-моему, с вами ограничено количество ходов. О-оу. Так, а монстрики все растут. Вот так уберем голубые. Теперь можно желтенькие убрать. Осталось совсем немного, ребята. Ой, смотрите, сколько много сиреневых.
Они, конечно, далеко. О-о, количество ходов у нас увеличивается, ребята. Но ничего, у нас второй раунд. Ура, ура, ура! Вот так, ударим сиреневый. У нас несколько сразу монстриков пропало, ребята. Так, теперь, может быть, зеленый попробуем? Ага, вот у нас подсказочки даже есть. Ой-ой, одного забыли удалить. Так, сиреневые у нас. Вот так, желтые мармеладки. Ребята, а за то, что мы с вами играем, наш Том получает монетки, и мы ему сможем чего-нибудь новенькое купить. Так. Ребята, если вы играете в игру вместе с каналом Ушасти Kids, ставьте ваши лайки, если вам нравится игра «Котик Том». А что у нас здесь? Вот так. Удаляем, ребята. Куча-куча желейных мармеладок. Вот так. Голубые удалим. И сиреневые. Ура! И мы на четвертом раунде вместе с котиком Томом, ребятки. Так. Пишите в комментариях, какую игру любит играть ваш котик Том. Вот так. Убираем, удаляем. Вот так. И желтые. Ура! Мы всех монстриков убили. И мы на пятом уровне уже. Так. Сиреневых, смотрите, как много. Вот так, ребята. Желтеньких сейчас уберем. Осталось совсем немножко монстриков, совсем чуть-чуть, и мы выиграли. Вот так. Ура! Мы заработали с вами монеток для нашего Тома. И мы на шестом уровне уже. Так, уберем красный. Ой, кажется, не там начала удалять. Вот так, до самого верха, ребята. Чем больше мы соединим, тем лучше. Вот так. Еще желтенький убираем. Так, ребята, зеленые. Ой, монстрики побеждают нас. Давай, давай. Вот так. Что тут у нас еще есть рядышком? О, они разрастаются сильнее, ребята. Одного убили. Ура, мы победили. Мы заработали 57 монеток с нашим котиком. Ой, наш котик Том устал, ребята. Ну что, давайте-ка мы уложим его спать. И мы попрощаемся с вами. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал и смотреть новые серии с котиком Томом. А теперь мы выключаем свет. Ой, как он зевает, смотрите. Ну все, спокойной ночи, Том. Ребята, пока-пока.